Латвия представила свои планы во время председательства Совета Европейского Союза. Перед депутатами Европарламента выступила премьер Ланета Страуема. Речь заняла 17 минут. Слова премьера внимательно выслушала наш специальный корреспондент в Страсбурге Виктория Терентьева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Вика. Каковы главные тезисы премьера и, главное, как их восприняли депутаты? Коллеги, добрый вечер. Это развитие конкурентоспособной, цифровой и вовлеченной Европы. То есть речь идет о создании новых рабочих мест, укреплении кибербезопасности, а также поддержке политики расширения ЕС. Сначала сегодня в зале заседания Европарламента и критика, в частности, от евродепутата Татьяны Жданок. Права неграждан в стране должны быть улучшены, считает она. Британец НАТО подчеркнул, что Латвия является 4-й беднейшей страной в ЕС. И это несмотря на все свои планы. Отдельные депутаты остались недовольны политикой экономии Латвии. Однако сама Страуема к этому отнеслась спокойно. Это я очень рада, что были разные мнения, потому что если все говорили одно, тогда что это за парламент?